Дамы и господа, леди и джентльмены, всем доброе утро, добрый вечер и все остальное. Некоторые у меня подписчики и те же друзья и в Ютубе, и в ВКонтакте, в Одноклассниках много жалуются, что мне якобы звук пищит, трещит, визжит. Но есть одно но. Я прежде чем делаю видео, я по 5 раз переписываю и проверяюсь на себя на компьютер. У меня компьютер довольно мощный. И плюс к этому у меня DDR4. Не Pentium, ничего, Intel у меня. Гигабайтовский. Объясняю, почему он идет. Просто-напросто скачайте себе кодеки. Кодеки — это такая вещь, которую вы смотрите в видео. Вот, например, чтобы не было никаких... Так, сейчас я покажу, где они находятся. По умолчанию. Вот они, кодеки стоят. Я могу кодек поставить. У меня, смотрите, один, второй, третий кодек. Три, один местный. У вас должен быть еще один, еще два кодека быть. Один плеер должен быть. Один такой, этот универсальный, эти тоже два универсальных, но они у меня стоят под видео. Я могу поставить этот кодек, могу я поставить этот кодек. Фотографии, а у меня стоит фотографии, вот. Например, Pine, но кроме Pine, у меня для работы еще стоит, плюс к этому, Corel стоит, Corel 2. Вот этот стоит, это чисто для работы стоит. Плюс к этому у меня целая куча, чтобы делать фотографии, делать джифы, делать всякие буквы, всякие зарисовки, все, видео делать, все для этого у меня стоит. Вот. Еще раз объясняю, показываю, как это будет показываться на кодеках. Например, если вы смотрите видео, у вас видео стоит одно, этот один видео универсальный, этот вот он ваш. Второй кодек для чего нужен? Вот, вот простое видео у меня. Я делал супруге своей недавно, днем рождения поздравлял и показываю. Вот. Этот кодек так работает. Этот кодек вот так работает. Смысл, понимаете, в чем? Они не сопоставляются друг с другом. Любой какой-то из них кодек все равно должен работать. Так что здесь как бы надо у себя посмотреть. Здравствуйте. Ну вот видите. Ну что ж, сегодня один кодек так работает, другой кодек так работает. Также у меня работает. Я работаю на видео и на этом все работает. Наверное, я все популярно объяснил, чтобы не было никаких... Ну, может быть, и даже кто-то и не знал. Может быть, и уже и как бы так будет у вас. Вот, скачивайте кодеки и аудио-видео кодеки делайте. И смотрите спокойно и не грешите ни на видео, не на интернет, и не так, как делают, например, вот кто-то делает видео или аудио делает, вот, трещит или пищит. При каждой сделана, как сказать, болванка, проще сказать, вот работа каждая идет, она идет под каждым кодеком идет. Вот у меня даже Pinnacle вот стоит, у меня там совсем другой кодек стоит. На Pinnacle 3 кодека стоят, чтобы я с ними работал. С МП работаю, я работаю в МП4, МП3 работаю. Вы, может быть, заметили, сейчас покажу, вот МП3 у меня есть. Вот он.
Вот. Здесь в нем все. МК4, МП3. Все идет для каждого. Для каждого видео идет свой формат. Вот. И то же самое идет, вот видите, каждый кодек, вот у меня вот NVIDIA идет, я могу переключить потом на Intel поставить. У каждого все идет по-разному. Вот. И вопросы как бы исключаются. Почему? Потому что когда кодеки все работают одновременно и настроен компьютер, ну, это будет приятно слушать и приятно смотреть даже видео. Удачи всем, спасибо, до свидания. Со старым Новым годом.